Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, давай-ка глянем, что у нас за ежедневные задания. Нанесите 20 единиц урона травяным кулаком. Разыграйте 2 зомби из надгробий и нанесите 20 единиц урона героям зубостезилой. Так, травяной кулак первый у нас на очереди. Так что берем его. Что у нас там? Ну, мы вроде бы в тот раз этой колодой играли и не выиграли ни шиша. Нет, ну как бы мы сделали с тобой ежедневку, но погибли, по-моему, 2 раза. Да, профессора дали против меня. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Дают мне профессора. Кислый щей. Блин, опять эти ананасовые бомбы, блин. Как видишь, первого хода нет, второго нет. Этого тратить нет смысла. Хотя так по большому счету 2 единицы урона можно было бы 6 в лицо ему сейчас приписать. Видишь, что он делает? Опа! Призрак у него. А у него, гаденыша, призрак. Я пока ничего не буду ставить. Будет прокачивать, что ли, его? А у него одни призывы, прикинь? Одни призывы, да, нахапал? Давай, давай, давай. Поставим вот так вот. Ну давай. Специально, он ребята курабощика, видимо, хочет призвать. Вот что я хочу тебе сказать. Он хочет призвать курабойщика. Так, что мы можем сделать здесь? Ну, можно бомбануть, в принципе, да? Вот тут вот. Вот таким вот образом. И плюс. Сделать вот так. Так, он выставляет еще одного зомби. Ага. Ну, одни заклинашки, ребят. Это говорит только об одном, что... У рабочих он вытягивает. Сколько ему? Я ему всего 2 единицы урона нанес. Пока. Ну, где там твой курабочек? Вызывай его. В принципе, у тебя должно уже быть. Пират. Ты вызвал пирата. Я не знаю, ребят, для чего он вызвал пирата. Давай сделаем вот так. И вот так. А, он ракета сейчас. Бумс, да? Так он хочет сделать. Классику жанра. Гаденыш, а. О, хорошенькое, хорошенькое, ребята, выпало растение. Замечательно, оно нам как раз-то и пригодится здесь. Спасибо. Так, вытягивает. Наносит, так, урон. Ух ты. Слушай, неплохой ландшафт выпал, в принципе, ребят. Он любитель, да? Шаманить.
Давай посмотрим. Окей. Так, сколько там? 4 выше, да? Ага. Видал, что вытворяет? Гадина несчастная. Ты видел, что эта гадина вытворяет? Поехали. Что там призадумался? Задумался он мне. Сейчас со своей эврикой, да? Ну, повезло, чем могу сказать, ребят. Я не знаю, что у него сейчас там будет. Посмотрим, кого он там будет призывать. Так. И все? Давай сделаем вот так вот. Крокодильчик сюда поставим. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Ну и вот так вот сделаем. Ага. Это уже интересно, друзья. Так, получает 3-3. Так тебе же крышка в любом случае, парень. На. Так. Курабощик. Опс. Опс, ребята, я вообще-то рассчитывал на защиту, если честно. Но она, как ты видишь, не сработала. Думал, сейчас мы его бомбанем. Бомбанул. Так, продолжаем пытаться, ребят, нанести 20 единиц урона. Но уже меньше, по-моему. 11 нужно. Мы тогда с тобой обделались, да? По поводу разгрома. Я рассчитывал, что он будет там на гаргантюахах играть. Оставлял ананасы. И все вышло наоборот. Сейчас я убрал из принципа ананасы. Для того, чтобы посмотреть, что же ты, гаденыш, будешь делать. Нельсон, Нельсон, 418. Стоит ли мне ставить... Блин. Ну, наверное, стоит. Наверное, стоит, ребята. Если бы он был бы здесь на земле, было бы, конечно, немножко получше. Я бы мог прописать ему ударом. А так нет. Ну что, огурцы? О, как. О, как. Даже если бы у меня была бы, ребята, бомба ананасова, она бы все равно не помогла бы мне здесь. Единственное, что может помочь, ландшафт. А ландшафтов у нас, по-моему, здесь нету. Но это не точно. Сейчас вот это возьмем, да? Пускай берет. А меня сейчас другой вопрос интересует. Что нам сделать? Что мне сделать? Урон надо в любом случае наносить, да? Сюда переместим. Так, у него одна единичка. Нет! Нет, ну... Почему, блин?
Это так нелепо, ребята, а. Это прям вообще наинелепость полная сейчас была. Ух. Погнали. Такс, что же нам делать? Два урона по земле. Ну, этого можно ушатать. Это в данный момент, в принципе, нас вообще не интересует нисколечко, да? Такс, а вот здесь что? Давай так попробуем. Была не была. Угу. Еще Петифан, да? Загремит. Еще Петифан. Так, что у него? Еще одна чувырла такая. Угу. Нифига ты там нахапал их. Парень, давай завязывай с этим совсем. Че, бомбить по земле, ну это глупо, да, наверное? Поехали. Тинс. Блин. Ну, ушатать не ушатаем мы, понятное дело. Опять в лицо нам прилетит. Так, по земле 2 единицы урона можно нанести. Где ты раньше-то был? Где ты был, блин, раньше, когда... Ты запарил. Ты, пацан, запарил меня, если честно. Так, растение получает 3,3. Давай сделаю так. Так, поехали. А этот не получает урона, что ли, гаденыш? А все, мне крышка, ребят. Че я тут что-то придумываю? Это вон, чурло-то осталось. Она мне как раз 5 в лицо и сделает. Ну, он это понял. Хотя я больше чем уверен, что будь у меня чуть-чуть побольше каких-нибудь карт, нужных мне, мы бы его сделали бы. Но не могу я за Бонгчо играть, понимаешь? Вот за кого, за кого? За него не могу. Не могу за Нептус играть. И за Бессмертию. Блин, ну давай попробуем, ребята. Это фигня получается колода. Давай сделаем нормальную. Так, начнем с чего? Начнем вот с этого. Так, да? Пу-пу-пу-пум. Возьмем один этот. Раз, два. На чем тут можно было бы? На орехах? Раз, два. Пригодятся, пускай будут. Раз, два. Так, подожди. Да ёк-макрёк. Раз, два, да? Могилоед обязательно, наверное, нужно взять. Так, дальше что у нас может нам помочь? Этот возьмем этого. Так, этого возьмем.
Сделаем так. Ягоды. Ну, раз ягоду взяли, тогда надо брать и кактус. Три кактуса. Эти нам пока, наверное, не нужны будут. Шипастую лужайку возьмем. Пару ананасовых бомб. Пару ананасовых бомб. Брать нам вот эту неуязвимость? Или вот так вот сделать? Давай, наверное, вот эту вот возьмем. И... Как думаешь, получится что-нибудь у меня из вот этого? Опять же, без... нет у нас связки между картами, понимаешь? То есть, как обычно, там, карта на пиратах. Пираты прокачивают пиратов, да? Или там на орехах. Орехи через зеркальный орех бомбят там всех. Ну, как бы ты понял, да, к чему я говорю? Здесь вообще нет взаимосвязи. И... Я обожаю, когда нет взаимосвязи и что-то у нас получается. Сейчас будем смотреть, что у нас вообще может выйти. Бессмертие обычно, ребята, играет у нас на гаргантюах, там на всякой прочей ерундистике. Она это обожает просто делать. Так, я, знаешь, что думаю? Сейчас она, наверное, этими кентакли. А, нет, вот что у нее. Она думала, что я еще одного поставлю сюда. Выжидала, да? Вот. Кого нам нужно выставлять. Желательно побыстрее. Так сделаем. Ага. Сейчас в лицо Петифон заряжу. Так, это получается у него остается 5 хп. 5 хп. Давай я так сделаю. Ага. Ладно. Еще один, да, у нас такой же. Ну что, сейчас сделаем бонусную атаку, чтобы он не успел хильнуться. Ну и все. Вот тут отлично, ребят, получилось. Просто великолепно. Так, ладно. Давай смотреть, что у нас там дальше. Разыграйте два зомби из надгрубия. Так, зубостизилой. Нанести 20 единиц урона. Поехали. 20 единиц урона. Желательно бы вообще выиграть. Но тут разгром, это под вопросом еще. Я постараюсь. Да вы серьезно, что ли, блин?
Два перца дали, а этого не дали. Молодцы. А нафиг он его сюда поставил? Мне даже как-то на него жалко тратиться. Пускай стоит. Пускай стоит. Ну это что такое, а? Вот. Вот, ребята, я не могу, да, сейчас ничего делать. Вот это вот немножечко обидно. Давай так поставим. Но он уже понял, да? Ну это что такое-то, а? Еще что ли одного хочет сюда поставить? О, как делает. Давай я сделаю вот так вот. Но прокачиваешь, да? Прокачал. Друзья, где, блин, мои все хилки? Да чё за... Я вот этого, блин, я не понимаю, ребята, где? Сейчас вирус, наверное... Ну, конечно же, вирус, ё-моё. Что он еще может собачить? Пипец, блин, просто. Просто пипец. Я могу этого захомячить, но дальше-то что делать? Дальше-то что делать, ребята? Скажите вот мне на милость. Смотрим. Ну и чё, куда ты? Сюда? Сюда? Не знаю, ребят. Да, Звездила, ты меня вообще тут расстроила, если честно. Я не ожидал такого, конечно. Ни одного не дали росточка. Ну ты понял, про какие росточки, которые стоят 0 и восполняют 2 единицы здоровья. Вообще ни одного. Перемещает мне здесь. Он ищет вирус, ребят. Дайте мне хоть какую-нибудь хил-то, ё-моё. Помидор, блин, в конце концов. Вообще ничего не дали. Не, ребят. Это бесполезно. Такое ощущение, что мне специально дали такого противника, блин. Пипец просто, короче. Просто ему все дали, да, против меня. А мне нифига, ни одной хилочки, блин. Дали мне, блин, перцы болгарские эти. Нафиг они мне нужны, если у меня нету ничем даже залечить. Ни томатов, ребят, не дали. Ни росточков мне не дали. Зашибись, играй как хочешь, блин. Хрень, понадавали, блин. Вот, где вот они были, блин? Выдает он мне их сейчас, блин. Пипец, блин. Еще не легче начинается, а? Сундуки свои тут выставляет. Сундук на сундук. И сверху еще кого-нибудь поставишь, да? Не? Не знаю, ребят, сейчас посмотрим, есть ли у него там кто-нибудь. Не оказалось. Ну, карточку-то он легендарную прихватил.
Черт его знает, кто там у него. Давай так попробуем сделать. Так, это колода на пиратах, да? Ну это явно. Это, ребята, явно колода на пиратах. Угу. Кровожадность вешает сюда. Ладно, давай. Ну и что ты мне там выдашь? Ага. Пока прибережем. Ну что сейчас делаем тогда? Так и так, да, получается? Ну ты понял, да, что я хочу сделать так и так. А там посмотрим, что у него будет. Наверное, опять какое-нибудь там отравление. Да, кровожадность. Вытягивает, что там, ничего не вытянул, что ли? А, ну он же вытягивает карту, он же не заклинашку вытягивает, точно, ребят. Хо-хо, еще и пирата, нормально. Поехали. Ага. Это ты, конечно, блин, парень погорячился. Это ты, конечно, блин, погорячился с этим. Сейчас он тут будет расставлять своих зомбарей, короче. Видишь, что сделал? Кого он на воду поставил, ребят? И это плохо. Поехали, я сделаю так. И вот так. Ну, ландшафт-то у него, скорее всего, есть. И ландшафт меняет. Видишь, что делает, подонок. Придется тратиться, офиг ли делать. Выкопал же этого придурка где-то, а? Ну и что ты прикажешь мне сделать? Как тут с ним быть? На воде у меня никого нету. Ну что, вот этого ставим, да? Дальше. Вот этого. Сюда вот так поставим. Хильнемся. Правда, не знаю, зачем. Меня это никак, ребят, не спасет. В лицо все равно отгребу по полной программе. Ну что, зубостезила, обделались мы с тобой. Куда ростки делись, я не могу никак понять, а? Ребят, ну это вообще не дело. Подожди, дай я гляну, может быть что-то не то с этой колодой. Четыре штуки, четыре этих. Четыре помидора. Где это все? Почему я не вижу во время... Вот это вот нафиг мне нужно здесь? Скажи, блин, банан вот этот, нафига он нужен здесь тебе? Вместо бан... Вот этого вот поставь, то будет, наверное, толку больше.
поехали. Странно, блин, все. Не выпадает и все, хоть ты тут тресни. Замех. Вот я вот не понимаю, ну нафига вы мне сейчас даете? У меня нет слов, ребят. 8, 5. Навыдавал мне тут, блин. Ну вот, вот, уже пошло дело, ребят. Так-то будет получше. Как раз и урон получили, да? Можем захильнуться, если что. Блин, ну ботанка-то это нафига тут нужна? Че, ракета у тебя там есть, что ли, парень? Или что, вирус? Что ты там сделаешь сейчас? Продлевает ХП. Так, окей. Продлевает он ХП. Ландшафт. Не будем пока ничего перетаскивать. Ну, вирус применяет. Ботанку уберем, будет попроще. Если уберем, конечно. Пускай тратится. Мне не жалко. Так, 3 карты у тебя, да, парень, осталось? 3. Нас заваливают помидорами. Он опять за свое, да? Стоит ли ставить? Да нет, он же ее перетянет обратно. Посмотрим сейчас, что он будет делать. Вирус. Ну, сейчас мы ее снесем. Я надеюсь, у него нету там никакого. Вы серьезно сейчас? Ну что же, блин, гаденыш. 4-5, это в лицо. Блин, надеюсь, у меня выскочит защита, и я смогу его пробить. Да, отлично. Ну, не то. Перец. Перец, ребятушки, выпал мне. Отлично, поехали. Вирус, наверное, да, хочешь воткнуть? Я ведь так тебя понимаю, парень. Жить? Давай смотреть. О, как он делает. Ну, 10 нам в лицо светит, ребят. Десяточка в лицо. Угу. Ты хочешь вирус воткнуть в свою печь, что ли? Ой. Ну, давай. Да-да, ребята, вирус. Дискручка в этом не сомневался. Ну что же, сейчас мы ему знатно пропишем. В лицо, конечно, нам загремит сейчас. Нет, не 4. 7. Ну вот ты, парень, и попался. Так, 10. Ну и все. Доигрался парень, по-моему.
Ха-ха, ну давай, давай, крути. Наяривай свои вирусочки. Наяривай. Ты посмотри, а. Ну, дает мне карту зато. На. На. И что дальше? Я жду. Ничего дальше у него нету. Ну, поехали тогда. Запарил своими этими гаргантологами, или как их там звать-то? Лаборантшами. Пробили мы его, короче. Тыч. А теперь нам нужно разыграть два зомби из надгробий. В этом у нас мастер вот кто. Это бесенок. Собственная персона. У него там хоть одним местом жуете надгробие. Блин. Против колпака. Нет, ну бывают, ребят, конечно, моменты, когда мы выигрывали у колпака, но их очень мало. Очень мало. Попробуем. Блин, жалко, конечно. Ну давай, начнем так. Заодно и проверим, есть у него гриб. Тот самый гриб, который наносит 3 единицы урона. Что задумался-то? Кристиан Асфальда. Нет, ребят, у него вон. Странно. Я немножко другой, конечно, ожидал. Ладно, смотрим. Гриб, который бьет бананами. Ну что, будем надеяться, друзья мои, что у нас бесята выпадут куда надо. Нет. Нет. Ну как так-то, а? Сейчас он подставит ландшафт и начнет бомбить. Бомбить начнет он до усера здесь. Верно? Верно. Ну что, сейчас начнет этих вызывать своих. Не знаю, что там начнет вызывать. Но что-то он будет выставлять. Обычно... Оу. Сейчас кому-то прилетит два в лицо, а? Отлично. Вот так вот сделаем. Ну нафиг. Что ты делаешь, Рей? Ну. Ладно. Сюда будем ставить, да? Пирата следующего, наверное. О, как он сделал. Почему-то не стал выжидать. Хм. Ну давай сюда вот так вот поставим. Шут его знает, как он там сейчас, что он будет делать. Сюда он поставить может два гриба. Этот тогда вообще раздухарится. Не по-детски. Ох ты. Вот, ребята, для чего ему бананы-то. И грибницу сюда свою плешивую ставит. Не убежал, блин, да, скажем так. Не убежал. Ну что, я сделаю тогда так. Ну и вот так вот. А что тут еще можно сделать? Ну что насчет грибницы, я не знаю, ребята. Это то, о чем я думаю. Клананасы или что? Клананасы.
Угу. Поехали. Что-то еще думает там. Думает, как бы, наверное, бомб... А, рикошет случайного. Давай вот это вот рикошет. Ну, он рикошетит, блин, совсем не то, что мне надо было. Давай вот так вот. Я специально, ребят, заморозку ставил здесь одну. Так, еще что ли у тебя клананас есть? Нет у него тут никакого клананаса больше, поэтому делаем вот так вот. Угу. Сюдашечки. И остаются 2 единички урона ему нанести. Попробуем вот так сделать. Ты достал своими банановыми кожурками. Защита сейчас срабатывает. А, нет. Нет, ребята, не сработала у него защита. Ну, гриб, ночной колпак, ребята, один из коварных персонажей, поверь мне. Я за него играл, не один раз брал лигу, и я знаю, о чем я говорю. Очень коварный. На клананасах, в принципе, можно сыграть, но лучше все-таки на молекулярке. Я думаю, никому не надо объяснять, да? Кто это такая и что она делает. Ну что, друзья, сегодня поиграли. Не очень, конечно, хорошо и продуктивно, как я рассчитывал. Но тем не менее. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.